Итак, друзья, ну что, встречаем Ультрон Т10, новый обзорчик, новые тест-драйвы, новые впечатления. Давайте с вами поделимся самокатом информацией о самокате Ультрон Т10. Наши многоуважаемые клиенты, кто давно уже покупает у нас не один самокат, знают, что мы, в принципе, их уже сколько, наверное, второй год продаем Т10, да, то есть, ну, все руки не доходили заснять видос и поделиться с вами этой информацией о данной модели. У нас сейчас поступила в продажу версия вторая, это Ультрон Т10. Давайте с вами пробежимся по нему, посмотрим, что это за самокат, что в нем есть. Итак, данный самокат у нас идет полноприводный. Каждый мотор-колесо идет по 1200 Вт. Емкость аккумулятора идет 60-вольтовый на 21 Ач аккумулятор. Колеса здесь идут надувные, 10-дюймовые, колеса камерные. Что касаемо по всем параметрам, характеристикам и скоростям. По заявлению производителя, максимальная скорость достигает до 65 км в час. Можно разогнаться на данном самокате. И пробег на одной зарядке до 55-60 км. Но опять же, что пробег, что скорость, как я много раз я говорил, повторюсь, это зависит от многих факторов. Вес райдера, манера езды и место, по которой вы катаетесь. Если у вас вес там, от 70 кг и выше, я рекомендую ездить всегда на полном приводе. Для того, чтобы нагрев мотора колеса был равномерный, да, то есть и максимально долго вам моторы служили верой и правдой. Давайте пробежимся по системе управления. Здесь, в принципе, если кто предыдущее видео смотрел, которое мы снимали там, на Т11, Т108, 128, рулевое управление стало стандартным, то есть стандартные грипсы. Давайте с вами, как говорится, бортовой компьютер пробежимся, посмотрим, потому что система управления основного все то же самое осталось. Итак, бортовой компьютер с синей подсветкой, то есть в темное время, в дневное время у вас все будет заметно, видно, то есть достаточно удобно. Консоль управления полнопривода, отключение полнопривода. Ну и самое главное, что обновилась версия первая, отличие от версии второй, в том, что во второй версии у нас стоит уже гидравлическая система торможения. На старой версии стояли механика, поэтому гидравлика, на самом деле, друзья, это очень крутая вещь. Поэтому здесь у нас, пожалуйста, ребята, уже гидравлическая система торможения. Диски стоят стандартно 140-е. Подвеска у нас идет, соответственно, пружинная, передняя и задняя. Передняя у нас идет двойная с каждой стороны, задняя пружина одинарная. Что касаемо момента доработки, здесь, в принципе, также на заводе Ультрон уже доработали заднее крыло, то есть сварку наложили, то есть все нормально уже, крыло капитально держится. Конечно же, доработана задняя подвеска уже, также это обновленная. Подсветка по бокам идет у нас в одном исполнении, красная подсветка. Если отключаем, да. Подножка. Что касаемо освещения фары, фара диодная идет. Стоп-сигнал, габариты, тоже все имеется. Что касаемо габаритов, габариты, соответственно, вы видите на своем экране, да и вес данного самоката. Кому, как говорится, интересно, оставить на паузу, посмотрите повнимательнее. Но, в принципе, что хотел сказать по данному самокату, да, то есть самокат очень динамичный, 60-вольтовый, да, то есть достаточно компактный, если говорить о его, там, например, каких-либо конкурентах, да, то есть, в принципе, достаточно удачная модель. Подходит, в принципе, всем, на самом деле. Кто хочет, как говорится, навалить на самокате, он навалит. Если хотите по спокойной режиму работы, пожалуйста, эко-режим включили, едете спокойно, не спеша и наслаждайтесь поездкой. Руль, регулировка руля по высоте регулируется, то есть ростовка, она подходит практически всем. Также хотел поговорить с вами о комплектации данного самоката. Данный самокат комплектуется, у нас в комплекте идет сиденье, мультитул, брызговик и зарядное устройство. Зарядное устройство идет на 2 ампера. Вот, мы просто не стали ставить сиденье, потому что сейчас будем тест-драйв устраивать, замерять скорость. 2-амперное зарядное устройство в комплекте идет, учитывая того, что он 21 ампер-часа, в среднем где-то 10-11 часов будете заряжать. Но при желании вы можете у нас докупить любые опции, либо комплектующие со скидкой при покупке данного самоката, со скидкой 50%. То есть это как минимум там, второе зарядное устройство, потому что, если вы обратите внимание, здесь есть два порта, также для зарядного устройства. То есть здесь у нас находятся два порта. Вот, можно заряжать с двух зарядок. Соответственно, у вас время зарядки укоротится в два раза. Что касаемо цены, на момент
съемок, а сегодня 6 июня. Цена данного самоката с гидравликой, уже версия вторая, составляет 69 тысяч рублей. Поэтому, друзья, если вам интересна данная модель, проходите по ссылочке, либо звоните по телефонам, которые указаны ниже. Наши менеджеры всегда вам помогут и помогут с выбором, и доставим по всей России. Вот. Ну что, а я поехал на тест-драйв, покатаюсь, поделюсь с вами впечатлениями, ощущениями данного самоката, что за новый звереныш появился. В общем, что за самокат, посмотрим, покатаемся, поехали. Ну что, друзья, следующий мой заезд на Т-10. Напомню, что у нас здесь гидравлическая также система торможения уже идет. Сейчас проверим, сравним. Ну, друзья, что, полный привод после Т-3, Т-10. Ух, прям. Слушай, ну прямо скажу так, что набирает огонь и тормозит просто. Вот после, знаешь, там первой версии, которую вот гонял, да, например, вот на Т-10 с механикой. Ну, вообще не та история. Гидравлика как? А? Курок, да, я очень чувствительный. Я сразу поставил третью скорость. Сейчас здесь люди, тихонечко, не спеша. Слушай, ну тормоза схватывают просто. Мы немножко выйдем на дорогу. Свобода. Лежачий, не заметили, поехали дальше. В горочку 51, 54, 55, 56, 57, 60. Светофор красный. Вольтаж 43,5. Полет нормальный. Нет, тормоза, слушай, 60 километров разогнался в горку. В больших скоростях по прохожей части мы не будем гонять, будем сейчас на дорогу. Но скажу так, что по тормозам на самом деле надо привыкать, потому что схватывают, повторюсь, очень так сильно. Слушай, к тормозам привыкать на самом деле надо, потому что схватывают реально мощно. Ну да. Ну вот у меня вес сколько сейчас? 77 где-то примерно. Вот, в горочку, в горку. Не с горки, друзья, а в горку. 60 километров разогнался. То есть по прямиком, ну, по прямикам, на GPS, я думаю, 60-65. О, слушай, а давай сейчас атлет против это с места попробуем. Как, друзья, вам идея? Не отсюда с места, а мы сейчас там встанем где-нибудь с места и рванем. Так, машин там нету, здесь ставим. Да, здесь встаем. Стой. На счет три. Вот, iBalance атлет. Раз, два, три. Опаньки, до свидания. 65. 67. 69. 70. Километров 71, опять же по курку. Прямая. Ну, я пока не могу привыкнуть к тормозам, если честно. Прям очень чувствительные. Конечно, надо в любом случае под каждого под себя поднастраивать его.
Ну, понятное дело, iBalance, соответственно, с 52-вольтовой идет, да, то есть там, в принципе, сам по себе ответ самокат, он великолепный, да, вот, по факту он, на самом деле, больше подходит для тех самокатов, которые на дальней дистанции, всего аккумулятор 38 емкости ампер аккумулятор, поэтому Т10 его и сделал, потому что Т10 у нас 60-вольтовый идет. Паша, конечно, отчаянный. Черепаху не стал одевать на колени, на локотники. Я рекомендую, на самом деле, черепаху одевать. Ну, как минимум, хотя бы на колени, на подлокотники защиту эту надо одевать, потому что, не дай бог, если все-таки какая-то ситуация произойдет, упадете, чтобы защита хоть была какая-то, основные. И перчатки. То, что когда падаешь, в первую очередь руки вперед выставляешь. Ну, друзья, по динамике, конечно, могу сказать так, что Т10, в принципе, как и по первой ревизии, который был, да, то есть у нас вот мы их раньше еще продавали в прошлом году, да, то есть, в принципе, он не изменился. Динамика такая же осталась. Вот, что касаемо тормозов, тормоза, безусловно, да, изменились в лучшую сторону, но надо привыкать. Гидравлика – дело такое. Теперь моя очередь обходить стоящего 103-го. Единственный впереди светофор. Слушай, ну я не могу к тормозам, коль привыкнуть. На самом деле есть такой момент. Ну, знаешь, вопрос привычки, надо настроить его, потому что... Не привык ездить именно вот как, до максимально прогоняться и... Не, просто, да, дистанции они маленькие, короткие, светофоры, да, останавливаться приходится резко, потому что с больших скоростей. Исходя из этого, конечно, да. Но я, честно, считаю, что лучше, пускай тормозов будет больше, чем меньше. Не, согласен полностью, потому что если есть с запасом, то это самое основное, потому что когда их не хватает или их нету, так это вообще беда. Но здесь понятно, с горки, да, то есть мы сейчас топить не будем, смысла нету с горки. Ну вот Т10, честно скажу, если сравнить, например, с Т3, ну понятное дело, там мы сейчас не говорим с вами о динамике, да, там, не знаю, вот, подвеска. Подвеска намного лучше отрабатывает, нежели на 103-м. Может быть, не знаю, за счет того, что... Двойные пружины стоят спереди, в отличие от 103-го. Ну, как-то чувствую себя покомфортнее. В горку тянет, вообще просто не чувствует. Спокойно. Слушай, ну огонь. Мне зашел. Так, Ультрон Т10, вольтаж 60, третья скорость, полный привод.